Город, за внешность которого больше не нужно извиняться. Самара за последние годы радикально преобразилась. Фасады зданий приводятся в порядок как в историческом центре, так и в микрорайонах. К работам подключились меценаты. С 2015 года за их счет по-новому стали выглядеть 170 домов, большая часть которых – объекты культурного наследия. В 2017 году в Самаре отремонтировано 300 фасадов. Мы всегда немножечко стеснялись, в каком состоянии был наш город. И переживали, когда видели, что у соседей совсем другая картина. И когда сейчас, да, есть какие-то неудобства в плане того, что что-то загорожено забором, что-то красится, что-то там делается, это не напрягает, это наоборот радует, потому что за домом надо ухаживать. Второе рождение переживают и дома культуры. В условиях ограниченных финансовых возможностей городские власти находят средства сделать их не хуже столичных. Дворец культуры «Заря» долгое время выглядел как небольшой провинциальный досуговый центр. В 2015 году все изменилось. Теперь здесь выступает не только художественная самодеятельность, но и лучшие коллективы России. Такие же изменения и в ДК «Нефтяник», где сегодня завершается капитальный ремонт. Мы, пенсионеры общительные, ходим по всяким мероприятиям и видим, как хорошеет наш город, как внутри все театры, клубы и другие общественные. Сейчас идем в художественный кинотеатр и любуемся. Самарская публичная библиотека восстановлена по чертежам 19 века. Новые технологии плюс историческое архитектурное решение. В итоге здание стало таким, как оно того и заслуживает. Не просто книгохранилищем, но и культурным центром, музеем истории. Она действительно стала интересным объектом, интересным для экскурсий. Восстановлена мемориальная зона со старинными шкафами, предметами, связанными с библиотекой, старинными книгами. Очень любопытен информационный ряд, куда включены биографии людей, посещавших эти библиотеки. Порядок приводится и более поздние, но столь необходимые городу библиотеки. В городе появляются новые памятники. По инициативе администрации разработан и изготовлен мемориал Петру Алабину. Объявлен конкурс на разработку скульптурной композиции в память о самарских ракетостроителях. В порядок приводятся знаковые городские объекты и гостевые маршруты чемпионата мира по футболу 2018 года. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершается капитальный ремонт площади Куйбышева, парка «Струковский сад», четвертой очереди набережной Куйбышевского откоса и Вилоновского склона. Я приехала из города Оренбурга поздравить свою любимую подружку с днем рождения. Мне очень нравится ваш город Самара. И вот я хочу сказать, что, боже мой, как красиво! Как замечательно! К юбилею российско-болгарской дипломатии выполнена комплексная реконструкция улицы Старозагора. И самое главное, что на виду у всех жителей, Самара стала цветущим городом. Площадь высадки увеличена на четверть. Теперь цветущие растения все лето украшают как центральные проспекты, так и палисадники внутри каждого самарского двора. Олег Зверев, Вадим Быстров. События.